очень хотела бы, чтобы новость о наследстве, которое досталось мне от папы и мамы, мое имение, которое должно к 2012 году было отделиться в отдельную новую страну на четырех островах Кунашир, Шикотан, Хабомай и Туруп, называется «Земля тысячи свечей» в честь моего папы и мамы. Вот. И, значит, кто-то, какие-то нелегальные структуры попытались сделать все, чтобы ко времени президентства Барака Обамы, когда эта новость должна была распространиться, случился вот покушение на мою жизнь случилось, и также они сделали все возможное, чтобы Барак Обама не смог выполнить свою миссию и, в общем, закончить или начать свое президентство с помещением моего лица Apple Logo и представителя всех компаний технологических в Силиконовой долине, а также Голливуда и, в общем, фермеров в Америке и во всем мире на 100-долларовую купюру. Значит, они сделали все возможное, чтобы не дать мне Нобелевскую премию мира и не дать мне выйти замуж и родить детей, которые смогли бы быть продолжением нации, новой нации женщины-человека. Человек-женщина. Вот. Это лозунг нашей новой страны.